Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы тестируем с вами серию Омега Хит Фаберлик. Здесь у меня три средства, в седьмом каталоге еще выходит у нас, по-моему, тоник. Итак, поехали. Сразу про крем в баночке, в круглой баночке. Крем очень классный, в распаковке заказа показывала. Он достаточно густой, он такой как баттер, питательный, очень хорошо увлажняет. Хороший базовый крем, ничего плохого сказать прям не могу. Теперь, с чего мы с вами начнем? У меня все до сих пор запечатано, я без вас ни-ни. Мы начнем с вами с геля для умывания. Здесь у нас 100 мл, артикул 67-39. В шестом каталоге будут доступны эти новинки. Составы и всю остальную информацию в обзоре заказа подробно показывала. Гель для умывания, для бережного очищения кожи, удаляет загрязнение макияж. Здесь прям так и написано. Поэтому мы, естественно, сейчас будем с вами пробовать смывать и макияж. Распечатываем. Посмотрим на момент отдушки, что нам обещают. Обещают неизвестно что, потому что, наверное, это было все на коробке написано. Или у нас с вами коробок не было, я уже забыла. А карточки товара VIP-ам теперь недоступны. Сзади никаких обещаний нет, только способ применения. Ну, как всегда, массажными движениями и так далее. Сейчас мы смочим с вами лицо. Давайте посмотрим сначала. Ну, обычный как бы прозрачный гель, достаточно густой. Видите, медленно стекает подушки. Ну, как и крем в баночке. Знаете, такая легкая душка чистоты, что-то напоминает, не пойму что. Одушка чистоты такая... С нотками зелени, не бьющая в нос, то есть не резкая совершенно. Вот надо принюхаться, чтобы почувствовать. Смочила лицо. Я вообще такие вещи гели, вот сейчас гелем вербена пользуюсь. Люблю вот такой вот щеточкой промассировать как следует по лицу. Но здесь у нас с вами чистота эксперимента важна, поэтому наношу на руки, распределяю по рукам. Поэтому мы будем хорошо пениться, кстати. Смотрите. Вот что-то напоминает, знаете, что напоминает гель для стирки Фаберлик. Гель для стирки из детской линейки Baby. Одушка очень похожа, правда. Хорошо пенится, и для чистоты эксперимента мы не будем прибегать с вами ни к каким щеточкам. Будем как есть все делать. Ну, неплохо, правда, пока не вижу. Но у меня тона сегодня нет, у меня только контуринг, тона на лице нет. Поэтому на лице, в принципе, пенка не темнеет. Но вот таким вот средством, что пенки, что гелем, надо поработать. Знаете, вот есть такое правило 2 минут. То есть в течение 2 минут средство должно побыть на вашем лице. И тогда оно начнет хорошо растворять загрязнение. Как косметические, так и просто загрязнение. Там, если вы выходите на улицу, и даже если вы не выходили сегодня на улицу, все равно ваша кожа подверглась ну, каким-то загрязнениям, даже бытовым. И в том числе выделение подкожного жира, сала там и так далее. Это все тоже надо смывать. Так, теперь глаза. Сейчас еще чуть смочу. Руки. Вы опять будете видеть, а я нет. Я посмотрю потом. Добавляю гель. И теперь будем с вами снимать макияж. У меня ничего там сверхстойкого нет, поэтому, по идее, нормальный гель должен с этой задачей справиться. Но хочется, конечно, еще водички добавить. Сейчас буду смывать, добавлю. Ну, вроде как смывает, по ощущениям. Пошла умываться. Вы знаете, удивительно и до скрипа. Я не ожидала. Почему? Ну, во-первых, у меня на лице было средство SPF. А его лучше смывать в несколько этапов, да? Потому что некоторыми гелями и пенками оно может не смыться. И тогда у нас будут вылезать подкожники, а мы будем думать, что что-то нам не подходит, что-то мы делаем не так. А на самом деле мы плохо очищаем кожу. Вот и вся проблема. Значит, до скрипа. И макияж смылся, и кожа прям вот до скрипа. Прям очень удивительно. Так как у меня все-таки вот какие-то товарищи после миски не подвылезают, ну, не знаю, я пока не грешу на эту серию, потому что такое иногда бывает, крайне редко, но бывает, поэтому я наблюдаю. Я хочу еще умыться немножко. Я сейчас скрабик возьму, поскрабируюсь, потому что я вечером после СПФ все равно предпочитаю прям хорошо очищать кожу. Потому что такие вот всякие неприятности, они нам не нужны, правильно, да? Нужно крем СПФ смывать очень тщательно. Сейчас пораскрабируюсь как следует еще и вернусь, будем тестить крем. Знаете, вот из раздела, чтобы наверняка. Ну вот, наверняка. Все, теперь я спокойна. Гель удивительно, до скрипа. Очень классно.
Не пришлось даже добавлять, если вербену, я вот с таким макияжем умываюсь вербенным гелем сейчас, а потом смотрю на себя в зеркало, у меня остаются следы макияжа под глазами. Я добавляю второй раз. Здесь я не добавляла. То есть классно. Мне даже больше, чем вербена понравился. Лицо матированное, но нет какой-то вот, знаете, такой сильной сухости, она не ощущалась. Поэтому мне кажется, этот гель очень хорошо подойдет для жирной комбинированной кожи. Прям вот понравится. А для возрастной сухой может подсушить. Это вот мои такие первые впечатления, да. Хотя написано бережное очищение. Ну, бережное, но до скрипа. Прям вот до скрипа. Классная штука вообще, супер. Так, дальше. У нас с вами два крема. Один мы пробуем сегодня, другой завтра с утра. Так, где у нас ночной? Вот у нас ночной. Они, кстати, отличаются по цвету. Дневной светлее, ночной темнее. Тоже все... А, нет, ночной не запечатан, но с вами его в обзоре каталога тестили. У ночного артикула 6737. Бережно заботится о коже, глубоко питает и смягчает ее. Комплекс омега-кислоты каротиноидов активизирует обменные веществ в тканях, стимулирует восстановительный процесс, оказывает общеукрепляющий и антиоксидантный эффект. Короче, ну вообще прям супер-пупер. Состав тут тоже вроде неплохой, тут практически в начале прям вот масла, экстракты, соки. Ну вообще классно. Посмотрим. 50 мл, и он у нас с вами такой желтенький. Такой, знаете, как морковный крем. Сейчас после скрабика моя кожа опять возьмет его много, поэтому я беру всегда достаточное количество. Остатки, если что, на декольте. Запах такой же, как у геля. Но приятный, он не отторгает, но гель для стирки. Детский, вот из детской линейки. Бэби голубенький, которая была. Так, он по коже распределяется хорошо. Он вроде такой густой, но в то же время вот как-то на коже немножко слегка подтаивает. Хорошо распределяется, без какой-то пленки и тяжести, ничего такого вот нет вообще. То есть как-то легенько так ложится, прям легенько. Легенько, очень комфортно. Вообще вот эта серия, по-моему, бюджетная достаточно в каталоге, да? Хотя интересный состав, но достаточно бюджетная. Знаете, если, не знаю, есть тут в составе гиалуронка или нет, я не изучаю состав, я всегда смотрю на действие продукта, мне вот эта нуднятина не нравится. Не знаю, если это просто гиалуронка, но она не ощущается. Вот, то есть, если в серии гиалуронка, она чувствуется. Ну, чувствуется на лице, да? Кто пробовал косметику с гиалуроновой кислотой, тот меня поймет. Если в серии мискини она чувствуется, то здесь не чувствуется. Здесь, вы знаете, такой какой-то базовый, увлажняющий, хорошо увлажняющий, подпитывающий такой крем. То есть, вот она прям напитана, кожа влажная, липкости никакой нет, и крем на лице не ощущается. Вот это тоже большой плюс. Я не думаю, что там какие-то чудеса он будет делать. Хотя, опять же, почему бы нет? Вот гиалуронок тоже, я считаю, очень бюджетная серия. Но она на моем лице делала чудеса. Единственное, что вот в жару надо поаккуратнее, могут вылезать подкожники. У некоторых девочек как бы круглогодично. Поэтому да. Но все равно делала чудеса, поэтому все равно пользовалась, всегда пользовалась, потому что видела результат. Здесь все очень неплохо. Базовый, хороший, увлажняющий уход. Завтра посмотрю с утра. Я люблю ночные кремы оценивать по состоянию кожи на утро. Это видно сразу. Если кожа на утро выглядит хорошо, то он выровнен. Нет там, не знаю, ну, отечность, это опять же может быть не крем, а питание наше, да, корректировать нужно внутренние какие-то процессы. Но, в общем, в любом случае, если крем мне нравится, я на утро вижу в зеркале отражение и могу уже поставить ему какую-то оценку. А так пока вот хороший. Знаете, на что похож, допустим, на лав крем, даже на тот, который в баночке, вот если на лицо нанести, приблизительно такой вариант. Из серии Ума детский крем для мамы и малыша, если на лицо нанести, вот приблизительно такой вариант. Есть небольшой жирный блеск, но я думаю, сейчас все это быстро впитается. Вообще, кремы всегда впитываются, когда мы хорошо очищаем кожу. Вы заметили уже, я всегда вам давлю на очищение, потому что это самое важное. Потому что можно плохо очистить кожу, нанести вот такой крем, блестеть как масляный блин до самого утра. С утра иметь большие проблемы. Можно хорошо очистить кожу, крем впитался максимально глубоко, насколько это возможно. И с утра увидеть прекрасное отражение, да? Поэтому я его всегда на очищение давлю. Все отлично, все нормально, ничего плохого сказать пока не могу. Завтра утром продолжим. С добрым утром. И сейчас мы с вами тестируем дневной крем. Пока я его распечатываю, я вам расскажу про ночной. Вы знаете, с утра кожа выглядела хорошо. Хорошо, понравилось. Ничего плохого не могу сказать. 6736 артикул дневного крема. Я уже очистила как следует свое лицо. И будем с вами наносить крем. Он тоже вот такой желтоватенький слегка по оттеночку. Такой же аромат, как у всей линейки. На декольте. Ну, такой вот, знаете, плотноватенький. Плотноватенький.
Такой вот тактильно и на коже разницы между дневным и ночным не ощущаю. Как бы вот все одно и то же. Я не знаю, какая у них здесь может быть разница. Можно составы даже посравнивать. Но это у нас дневной крем. Ну вот напитала, увлажнила. Но после хорошего очищения у меня тут и пенка, и скраб были. Если там очищение не очень хорошее, мне кажется, будет жирный блеск. У меня нет. У меня быстро кожа съела крем. Бережно заботится, возвращает упругость и сияние. Комплекс омега-кислот. Но все то же самое, по сути, что и на ночном креме здесь написано. Увлажнил. Увлажнил. И вот, в принципе, уже впитался. У меня вот, ну, на носу немножечко есть блеск. А так жирного блеска нет нигде. Хорошо очищена кожа, да? Кому подойдет эта серия, кому подойдут эти кремы, да? Умывалка подойдет абсолютно всем, особенно, я вам уже говорила, будет классно прям жирный комбинированный кожа. То есть сейчас на лето умывалку, гель берите вообще смело. Классная штука. Классная для любой кожи, классная. Кремы возрастной сухой кожи, мне кажется, будет маловато. Ну вот прям совсем сухой возрастной маловато будет. Нормальной кожи будет нормально. Класс вообще. Такой немножко... Если на коже есть шелушение, я уже писала девчонкам, много раз говорила, значит, вы отшелушьте их, и у вас не будет шелушения, не будет сухости в этих местах. Напитайте, увлажните средствами, которые для этих целей именно предназначены. Ничего не будет. Для жирной кожи, вот сейчас, на теплое время года, ну, не знаю, я бы не взяла. Вот я бы не взяла себе такой уход, я бы взяла что-то полегче. Хотя он не тяжелый, он на лице не чувствуется, да? Но у меня сейчас кожа в нормальном состоянии, даже еще не комби. Поэтому мне нормально, я очищаю ее хорошо, да? А так, для комбинированных, в принципе, нормально, все нормально. Для жирной можете поблескивать в течение дня потом. Вот. А так неплохая серия, она на коже не ощущается вообще, она невесомая, пленки никакой нет, липкости никакой нет. В общем, обычная такая базовая серия. Вот ничего про нее такого плохого и супер чего-то сказать не могу. Поэтому берите, пользуйтесь, пробуйте, тестируйте. Умывалку прям обязательно советую. Вообще классная вещь. Цена вопроса там, по-моему, небольшая, поэтому почему бы нет. Ну и на этом все, мои хорошие. Мы с вами серию протестировали. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.